Короче, господа, для молодняка, ходите, я сам. Для молодняка это вундервафля от енотов. Постольный гранатомет. ГП-25. ГП-25. Со сделанным в столярке прикладом. Значит, как с нее стрелять? Выставляем прицельную планку. Сейчас даже все в положение приведу, какое должно быть. Выставляем прицельную планочку. Нажимаем сверху на кнопочку. Выставляем дистанцию. В данном случае это 100 метров. Оп. Вот она, 100 метров, единичка. Вот. Гранату заводим по нарезочке. Аккуратненько. До щелчка. Хлоп. Целимся. Огонь. Вот как-то так.